Августовская жара в разгаре. Еще вчера мы выяснили, что средняя температура днем в ближайшую неделю будет выше климатической нормы на 3 градуса. Радость для людей и испытание на прочность для леса. Практически месяц назад, 9 июля, в Березняках был введен особый противопожарный режим. Он запрещает разводить костры и сжигать порубочные остатки и горючие материалы, мусор на территории лесов, скверов, территориях жилых домов, садоводческих и огороднических товариществ. Кроме того, ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, за исключением проезда по дорогам общего пользования. В Березняках режим заканчивается завтра, однако расслабляться не стоит. В лесах Прикамья противопожарный режим сохраняется до 10 сентября. В настоящее время, вот после прошедших дождей, у нас установилось, вот на сегодня у нас второй класс пожарной опасности, ну и раз дождей сейчас не будет, осадков, то он буквально через день, через два перейдет в третий. Чтобы провести свой пикник с удовольствием, комфортом, а главное безопасно, нужно придерживаться всего-то нескольких простых правил. Прежде всего, если и решились разводить огонь, то нужно это делать в специально оборудованных местах. Если таковых рядом не имеется, можно использовать песчаные косы или, например, заранее подготовленные кострища, выкопанные и огороженные камнем. Приготовленное топливо для розжига держите в 3-5 метрах от горящего костра. Никогда не оставляйте детей без присмотра и объясните им, что нельзя кидать посторонние предметы в огонь. Уберите за собой весь мусор, обязательно потушите огонь водой, песком или землей. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101. Евгений Шаров, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.